Самые-самые умники и умницы с Лучины собрались 21 сентября в городском молодежном центре, где прошел 9-й тур 7-го районного закрытого чемпионата Слуцкого района по интеллектуальным играм «Что, где, когда». Итальянцы могут отправить вас в пасть волка, а немцы пожелать сломать шею. У нас в подобных ситуациях чаще упоминают два легких предмета. Назовите оба этих предмета словами, начинающимися на одну букву. Ответ – пух, перо. У упомянутых народов «иди в пасть волка» и «сломай шею» – устойчивое выражение, означающее пожелание удачи, как и наше «ни пуха, ни пера». Вопросы интересные, иногда совсем легкие, порой заставлявшие поднапрячь извилины. В любом случае, что, где, когда – занятие полезное для поддержания мозга в тонусе, прокачки умственных способностей. Одним из наиболее важных членов банды мафиози Джузеппе Морелло был цинкограф Антонио Милоне, ведь он в буквальном смысле умел закончить фразу двумя словами, которые начинаются на одну и ту же букву. Ответ – делать деньги. В зачет идет делать доллары. В первой части интеллектуального состязания максимальная сумма баллов у неоднократного чемпиона команды «Консилиум». В своей игре мы неплохо сыграли. Первое место, насколько я понял. Вот. Что, где, когда, половина игры прошло, немножко есть над чем работать, немного пару неправильных ответов, которые мы дали, мы могли бы докрутить, немножко не хватило чуть-чуть, поэтому надо собираться и выигрывать, как обычно мы это делаем. Вы тренируетесь? Вообще собираетесь? Нет. Честно, нет, это база, которая вот у каждого своя есть, это со школы, наверное, и далее. Каждый из нас интересуется чем-то помимо работы, поэтому так. Команда учителей средней школы номер 11 сову пока не получала, но стараются и советуют рисковать. Играть нравится, ходим с удовольствием. Команда у нас каждый год обновляется, кто-то уходит, кто-то приходит, новые люди. Вот Жук Николай Николаевич, учитель биологии, новый член команды. Поэтому... Дебют, у вас дебют, да, сегодня? Да. Новый сезон, так сказать, новый учебный год с новыми лицами. Поэтому будем играть с удовольствием и приходить на игру тоже. Спасибо членам жюри и за предоставление такой возможности. Да. Расскажите, какой вопрос, может быть, запомнился своей оригинальностью или коварностью? Мы припоминаем с одной из прошлых игр вопрос. Про давайте. Собеседование в какой-то корейской или японской компании, что спрашивают, что требуют. Ну, мы решили, что они требуют половую ориентацию, но нет. Но нет, это была группа крови. В этой игре что-то запомнилось? Своя игра, наверное. Своя игра, потому что было много вариантов, правильных вариантов, но, к сожалению, мы не написали их, не ответили, так как решили не рисковать, хотя могли бы подняться не 480 баллов, а за 600 примерно. Поэтому немножко совет. Обидно. Совет – рискуйте. И не бойтесь. Удачи вам. Кстати, в своей игре на этот раз еще один лидер вместе с консилиумом. Максимальное количество баллов набрала также команда «Перезагрузка». Ну а в том, что медики – суперинтеллектуалы, участники игры убедились в очередной раз. Вы меня ждете, когда наибольшее количество баллов набрала команда «Консилиум». И победителем 9-го тура по итогам двух игр становится команда «Консилиум». Наши аплодисменты! Дорогие друзья, большое спасибо за игру. Она была очень интересна, увлекательна. И с каждым разом все больше правильных ответов. Вы большие молодцы, уникальный ум. И вы просто супер эрудированные люди. Спасибо за игру. Ну и еще раз аплодисменты. И капитан команды «Консилиум» опять увозит саму в свои, так сказать, пенаты. Капитан команды «Консилиум» знает, как достичь успеха. Сначала начали мы бодро очень, потом был провал небольшой, мы опустились. Ну, а потом опять, как я сказал, после
перерыва мы взялись за ум и начали отвечать правильно. Это вообще вот законно столько раз побеждать? Пусть тренируются другие команды, мы специально проигрывать не будем точно. А вообще это удовольствие приносит, побеждать оно всегда приятно. Надо постоянно что-то читать, узнавать, интересоваться.